Приветствую подписчиков и гостей канала. Если вдруг вы заметили за собой какие-то необычные, а порой даже странные предпочтения в еде, прислушайтесь к себе. Возможно, они свидетельствуют о каких-то душевных проблемах или неполадках в организме. Ученые пришли к выводу, что иногда тяга к определенным продуктам имеет психологическую подоплеку. Так, страх заставляет есть все подряд и в большом количестве. Если вас обуял неуемный аппетит, следует найти причину страха, возможно, неприятности в семье, страх за детей и близких. Отдавая предпочтение жирной пище, возможно, вы погрязли в рутине, в обыденности жизни, из которой не можете вырваться. Нехватка любви и нежности вызывает желание вернуться в детство, когда нас любили, холили и лелеяли. А детство ассоциируется чаще всего со сладостями. Резкие перемены в жизни или наоборот – потеря смысла жизни и жизненных ориентиров – все это вызывает тягу к соленой еде. Желание острых ощущений, путешествий, смены обстановки вызывает страсть к острым и пряным блюдам. Нехватка денег, неудовлетворенность материальным положением и социальным статусом или карьерой на подсознательном уровне ассоциируется у нас с самой необходимой едой – хлебом, картофелем, мучными изделиями. Недовольство интимной жизнью вызывает желание постоянно есть шоколад. Нехватка родительской любви и проблемы во взаимоотношениях со старшим поколением обуславливает тягу к молочным продуктам. Те же, кто в большом количестве поедают лук, чеснок и острые приправы, вероятно, испытывают проблемы с перевариванием пищи. До новых встреч!